Идет путешественник, молодой турист, путешествует в пустыне, идет. И вдруг видит, навстречу идет слон. Большой слон и хромает. Он подошел и видит, что у него у слона как здоровая колючка торчит в ноге. Он вытащил колючку, промыл ему рану в оазисе там, снял себе рубашку последнюю, завязал. И слон пошел и протрубил ему на прощание и ушел. Прошло 30 лет. Этот человек уже больше не путешествует. Он живет в городе. Он стал таким человеком расположением, у него животик, у него семья, дети. И вдруг однажды в город приезжает цирк. И написано: цирк сегодня ежедневно, 7 слонов-гигантов. И они пришли, сели на свои места, сидят в цирке, идет программа, и вдруг объявляют: 7 слонов-гигантов. Они входят, слоны, делают круг, потом начинают делать пирамиду. Самый старый слон становится внизу, и один на него, другой так, все, и еще выше маленький. И вдруг нижний слон старый увидал этого человека, сбросил всех, пошел прямо к нему, к этому человеку, обвил его хоботом, приподнял и ударил прямо об землю и убил. Это был не тот слон.